Спокойный сон мог бы обернуться трагедией для семьи в поселке Альбурикент. Если бы не сотрудник Росгвардии, который жил по соседству, от отравления газом могла бы погибнуть целая семья. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Могила вспоминает, все было как в тумане. С утра получил он неожиданный звонок от соседа с одним лишь словом «помоги». Офицер Росгвардии поспешил на выручку, но входные двери дома были заперты, а на зов никто не откликнулся. Я быстро вышел, помогите, значит, я сразу, у меня уже головой было, что может дом горит, что ли, такой. А я вот так же тапочка, значит, это футболки, так же быстро оперативно вышел на улицу, смотрю, ворота тут же закрыты. Перелез на, значит, наверх, оттуда же прыгнул вниз. В доме правоохранитель почувствовал сильный запах газа и вскоре обнаружил соседа и всю его семью в бессознательном состоянии. Открыл дверь, значит, там человек лежит на полу, и сразу уже я начал их вытаскивать, там сперва его вытащил, потом супругу, потом последующие уже детей. Росгвардеец вынес всех жильцов из дома и вызвал бригаду скорой помощи. Пока ехали медики, вместе с женой он оказал соседям первую помощь. Один сознание теряет, другой встает. Я быстро опять-таки зашел домой. Супруга у меня и медсотрудница, я говорю, быстро выходи, надо оказать помощь. Глава пострадавшего семейства как бы в шутку делится, что с таким соседом ему ничего уже не страшно. Он не только сосед, он брат. И соседские отношения, и как работник быстро как зашел, все окна, двери открыл, вытащил нас. Организовано всего на пятерку. Очень большой плюс для нас, что этот человек рядом с нами живет. Причиной утечки газа оказалась отопительная печь. По словам Камалудина, она исправно служила более 5 лет. О том, что печь может стать убийцей, и подумать не мог. Эта история с хорошим концом в очередной раз показывает, какой нелепой может быть смерть, если не следовать элементарным правилам безопасности, особенно в отопительный сезон. По данным МЧС, только с начала года от газа погибли 4 человека. Очередной крик души для наших граждан. Приведите в порядок все свои электроприборы. Обязательно просмотрите свои шланги, то есть идущие от крана до газового прибора, то есть газовой плиты или отопительной печи. Ведомстве напоминают, для предотвращения отравления угарным газом необходимо использовать только исправное газовое оборудование и своевременно проводить его профилактику. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.